родители, веселые истории. Увидеть не хотите ли? Веселые истории экран покажет наш. Веселые истории в журнале Ералаш. В журнале Ералаш. Расскажи сказку. Оцинь. Ну, пожалуйста. Ну, Оля. Отстань, я сказала. Возьми в чемодане бабушкину шляпу. Принеси сюда. Она волшебная. Иди на кухню и посчитай до 100. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 98, 99, 100! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А чего ты так долго не открывала? Ну, заходи. Ну? Знаешь,
Знаешь, Вань, а у меня для тебя есть сюрприз. Сюрприз? Ага. Нет, я не люблю сюрпризов. Тебе понравится, я обещаю. Только ты сядь на стул, закрой глаза и досчитай до 30. Раз, два, три, 4. Один, 22. Все, надоело. Опекин? Ты что тут делаешь, а? Вань. Ну мы с ним алгебру вместе делали, а тут ты пришел. Ну я думала, ты сердиться будешь и в шкаф его засунула. Ну не обижайся. Хорошо. Только не надо больше сюрпризов. Сюрприз. Городская контрольная. Ну вот. Завтра и посмотрим, что вы все из себя представляете. Списывать не дам. Ты меня понял. И вы все меня поняли. Вот и договорились. Ну все. Я пропал. Не один ты пропал, отмороженный. Народ, есть идея. Алло! Алло! Вас не слышно! Что там? Вас не видно! Ой. Кыш. 22. Хватит. Ну, говорите же. И предупреждаю, даже не пытайтесь писать. Я буду за вами очень пристально, очень внимательно смотреть. Все,
Ну как? Класс! Сок будешь? Да, давай. Саш, привет! А это и есть Тёля? Ничего, я думала хуже. Самохина! Молчи. Такой холод, а ты рот открываешь. Хочешь, чтобы Оля потом на твоей постели сидела, как я в свое время, чаем с малиной отпаивала? А ну надень! Пошли отсюда! Вы куда? В кино. В купальнике. Очки взяли? У него же зрение -5. Самохина! Молчи, на экран будешь смотреть, а утром глаза будут болеть. Что, Оля делать уроки за тебя? Да, и никаких буфетов! Оль, ну что ты ее слушаешь? Ну все это вранье, а ты, ну, сказал, господи. Оля, что у тебя от сладкого диатез, от мучного. Самохина! Молчи, значит, никаких булочек и пирожных, и чай без сахара. Ты же не хочешь, чтобы Оля потом тебя к врачу водила? Замолчи! Нет уж, пусть дальше говорит. Сморкай его почаще. Во время сеанса пару раз в туалет своди. А после кино обязательно проводи до дому, а то я буду волноваться. Извините, я сегодня лучше телевизор посмотрю. Оля, ты куда? Молчи. Видишь, Сашенька, никому ты кроме меня не нужен. Так что веди теперь меня в свое кино. Вчера было. Потом. Ну сейчас расскажи. Здрасте, нам это и еще 2 сока. Ай, ну будь человеком. Ну расскажи, что там у вас вчера было. Он попросил меня остаться. Остаться. Вот это да. А ты что, испугалась? Нет. Совсем не испугалась. Я ждала этого. Ждала. Ну и? Он попросил меня закрыть дверь, и мы остались вдвоем. Он и я. А ты что? А я стояла и ждала, когда все начнется. Ты знаешь, меня даже внутри трясло. Трясло. А он что? А он просто не знал, как начать. Я тоже не знала, как это будет. И что? И кто первый начал? Он.
Ой. Он подошел ко мне, и я почувствовала его дыхание. Да ты что? А у меня аж мурашки по коже прибежали. Ой. Мы стояли друг напротив друга и молчали. Но потом это стало невыносимо. Ну не тяни! Дальше-то что? И без родителей завтра в школу не приходить! Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз. Меня зовут Петя Иванов, мне 7 лет. Я целый год слушался маму и хорошо учился в школе. Пришли мне, пожалуйста, в подарок большую энциклопедию. Какой хороший мальчик! Ну что ж, Петя, будь по-твоему! Дорогой Дедушка Мороз, меня зовут Маша Перепелкина. Я очень тебя люблю. Ой. Я очень хочу, чтобы ты подарил мне на Новый год куклу Барби, а моему 5-летнему братику новую машинку. Премного благодарна. Хай! Бородатый холодильник. Я Димон Морковкин.
ты клёвый чел. Сбаться мне что-нибудь кайфовое. Чтобы у меня крыша улетела. А? Я ничего не понял. Деда, чего тут непонятного? Мальчик просит подарить ему что-нибудь красивое. Так где же это написано? Деда, ты слишком отстал от жизни. Сейчас дети совсем другие. С ними нужно говорить на одном языке. Хай, пиплы! Хай! Вау! Ха! Йоу! В лесу родилась ёлочка, зелёная шиза. Однажды зуба рухнула, поехала гряза. А! Вечеринку клёвая колбасица пришла, и много-много кайфа детишкам принесла. Оба-на! Е-е! Оба-на! Я! Доченька, доченька, доченька. Мамочка. Простите, здесь живет Димон Морковкин? Нет, здесь живет Маша Перепелкина, а Морковкины этажом выше. Упс. Деда, рвем когти. Опа. Куда отвали ты? Пластика, я об этом совсем забыла. Училка! Здравствуйте, ребята, садитесь. Познакомьтесь, это Маша. Она будет учиться в вашем классе. Смотри на нее. Я очень надеюсь, что вы найдете общий язык. Какая смешная, правда? Угу. Проходи, Маш, садись на свободное место. А у вас тут пауков нет? Пауков? Думаю, что нет. А то у меня это, как ее, арахнофобия. А что это такое? Болезнь такая, боязнь пауков. Можно я на всякий случай проверю? Ну, проверь. А что она ищет? Паука, наверное. Зачем она ищет? Смотри, фонариком светит. Странно как-то. Зачем ей фонарик? Я же говорила, странная девочка. Нашла. Ну вот видишь, нет здесь никаких пауков. Так у меня с собой.